Слышь, ребят, там вроде маунт. Я не зашел, сразу тишина. Этот маунт выпал, ебать. Вага, а ты Навара сплетение юзаешь или нет? Был бы оно тут. Ну а вообще, собираешься? Да. И фетиш, да? Конечно. Но это не скоро будет, у меня брюлей столько. Только отвалились, у меня брюлями ты такое не реализуешь вообще никак. Мальчики, девочки, можно? Ну, я в инсте один. Монить неким. Поэтому а пойду покурю. Летел. Хорош. О, видал? Твой экзамен не ролил еще? Нет. На, сам их кидай на ролл. Если, может, кому-то надо. А у меня ассиста нету. Я в уровне ассиста нажал. Чё-то Лёшка сегодня молчит, слушает нас, слушает. Лишь бы ГП не получил. Коварек, заходи в инст. Тут 20 человек уже в инсте. Давай шкаф. Нет, никого нет, я себе забираю. Я буду вечно слететь, ну да ладно, я лечу. Просто один я сумоню, остальные просто так стоят. Ты меня присумой, я помогу. Пришел сумон? Наверное, минутку-то. Ну, пришел.
все тут. Где могу? Да, ЗП. Где мой пуп? Танки там сами как хотите разделите на бок. Все, пуляю. Там пока что. Да, да, нет, нет. Ну пуляем. Как пуляем, а где это? Палка титан. Что? Палка титан. Что танка? Блять, в овцу превратили, нихуя не могу делать. У тебя танка палки не было, он бежал, он только. Ну и что? Ну добежал же. Знаешь, все нормально. Маги, снимите кто-нибудь с мага. Дайте диспел покроше. Вторым вообще-то убивают крошку, не креста. Анархия, мать порядка. Слушай, Варга, сколько у тебя вихрь КД? 3 секунды. Я знаю, почему ты больше ДПС ударил. Почему? Ну, блядь. Короче, у тебя же получается 2Т4. Так. Ты чаще, у тебя чаще же получается прокает это превосходство, ты два раза можешь бить. Ты можешь прям по КД ей хуячить. Допустим. Ну вот, и поэтому и больше, наверное, получается, нет? Но в 4Т5 там же тоже превосходство чаще прокат, чем в двух кусках просто без 2Т4. Просто 3 секунды. А, нихуя себе, тоже так часто, блять, не, вот насчет того, что так часто я не знал. Че там, хилы вы, подходите? Да-да. Если что, зубы в откате. Тебе закинул там какую-то хуйню молота. Компес. У меня один таун только, если чё. Да не знаю, забирай себе, если кто-то спросит. Молоток и башку закинул, блядь, компес. Ты 4 решения забрали его? О, это 4. Ой, а что ты мне поскидывал? Только что сказал. А я не вижу. Посоветуйте, куда мне брюк ставить, я не знаю. Я сидела, думала. Не вот понял, тебе сюда что ли брюль выпал? Нет. Я на шамана не знаю, куда его засунуть. Вот честно, такой проблемы у меня вот лично никогда не было. Ну ладно, ограничимся одним ЧС. Сюда обычно маунты падают. Много.
Вообще брюд хочу на паладина. Так. Я единственный, наверное, кто не хочет брюлей, да? Про твару не нужны брюлейки, что? Давайте, внимание, короче, подходите поближе к мобу. На этом мобе стаки поддерживаю. Короче, пулять будем через 10 секунд. Заходите уже, принимайте готовность. Тут стаки спинут. Все, давай, чёт. Фреску на резисты кидай. Сука, спали. Вага, 5 секунд. Подожди, 30. Окей, скажешь. Хуярь. Он не притягивает. Притянул вообще-то. Ну не всех, видимо, притягивает. Там Т4 сдал, если нормально. И вот интересно, ты по ГД это делаешь, отслеживаешь КД, чтобы бок кинуть? Нет? Так, какой кайф, просто бегаешь по кругу и кидаешь эти щиты. Сама не так не похожа. А чё, Геру не хотят давать? Геру для слабаков. Я вообще что-то запарил, честно. С вашим ДПС мы без Геру убьют. Вряд ли. Мы вообще не бьем. Это уже зажрались. В это, в анкило, триксы, дай. Сальву по Еуджи и в анкило, триксы на пол. Это что за дела мне, триксы? Я не помню. Ну так хорошо же, покурить схожу. Разбегайтесь. А, нет, спала, да, эта хуйня? Заебись. Что трап? Я не могу триксы кидать, у меня просто интерфейс отключается в бою. Я только кидаю на танк. Опять агримуар. Это я что, у всех в рекаунтах я обогнал всех или нет? Я на первом месте? Да, ты всех обогнал. Да нет, ты в конце тебе показалось. Тебе показалось, реально. Да ладно, у тебя так стремится к ДПС, чтобы похвалить. Гер. Что? Сколько нужно ДПС для ОКО Гер? Для ОКО Гер надо нормально играть просто. Да нормально он играет, блядь, чё вы ебётесь? Нормально он всё играет, правда, блядь. Просто доебались вы разочек до него, вот и всё, и понесло. Сила и честь. Попадёшь того как гер, блядь. Ходишь да попадёшь. А у кого скорость атаки выше? Ну, кто чаще удары наносит, мультик или комбат? Мне кажется, мультик. Мультик, конечно, нет. Мультик, может, кинжалы, но... Я просто знаю, что у комбата там вроде таланты на скорость атаки. Там мясорубка, но... Комбат, может, у мультика тоже мясорубка.
Ну, да, и мучку ее даже обновлять не надо вручную. Я просто помню, как коника там огребает от этого ожога вроде от Феникса, а если будет мутик еще быстрее стакать эту хуйню на себе, он, блядь, пиздец. Ну, типа как от Синдры эти стаки от ожога там от Феникса бьешь, когда Алара. Ты че, блин? Я себе собрать не могу. Благо, один такой стоит, смотрит на этих мол. Пригрустил. Че, пригрустил? Я смотрю в Т5. Это у тебя Т5, 4 куска, да, рога? Угу. Вон топовый. Да, тут алики, смотрите, не сдохните. А сколько кнопок в мутике в Т5, ради интереса? Блин, да что ты до хрена? Ну больше вот с этой с фетишем контроля. Ну, ротация сколько? Сколько у тебя в ротации? Считать со всеми, прям которые нажимаю в начале ну, были? Ну, основные там, которые уже зацикленная ротация, когда середина. Ну больше без 4 кнопок. Без бурста 4 ровно. Ну вот, нормально. Вот а куда погнали, еще не засумонили. Ну типа это я не считаю там, который раз в минуту нажимать надо, там вот такие. Спасибо. Потыкайте кто-нибудь, чтобы будет комбат. Это самое, а в спугов есть кто-то у нас в гильдии? Есть, по-моему. Кто спугов? Чё ещё раз? Пуги. Где? Ну, получается, кто? Утя, вот этот шаман. Ретрик. Ладно. Кто там не досумонился, нам уже сами летите, может, бежите. Это вы убили бурю рожденную перед входом лежит. Пять плюсиков на кубы, плюс 5 кролу на маунта. Да я звездным огнем по лбу дам. А на маунта какого? С ИК или с этого? На обоих. Нахуя ты на меня метку опять поставил? Что босс отличит? Айпегас рич. Ретрика спекнется. Ладно, хуй с ним. Я просто побить хотел. Хотя бы один инт. Блять, ну побей. Когда это трэш убьете, Пегастрика танчит, ты побьешь. Босса. Ебать, спасибо большое, мил человек. Ты так и говори. Даже я бы мог потанчиться. Я квест. Тут-то обрыгивается. Вы трэш-то, может, добьете сначала? Угу. Добьем. Ну так спустите его вниз, может. Пегастрий, сволочь. Че, добили? Или еще там, сколько мобов там? Да вон там еще 3 моба ведут. Пошли бить, вышли из комнаты тогда.
тут это, путятишно по ТВ объявило, что до конца месяца все отдыхают. Карантин? Нет? Карантин не объявил. В смысле, до конца вот этого? Да. Да конечно, у нас завтра на работу идут, пиздец. Два дня отдохнули, короче, и все, и на работу назад вы. Подожди, карантин до конца месяца? Самоизоляция. Слово карантин не было сказано. Именно отдыхают до конца месяца. Да мне это бросьте, у меня день рождения в этом месяце. У меня тоже день рождения в этом месяце, ребята. Слушайте, прекрасно. Дом на балкончик здесь, выходите, шашлычки жарите, заходите домой. А что делать, если балкончика нет? Тогда без шашлычков. Подъезде. А что делать, если балкончик есть, но там стекло в пол, и там все все увидят? Да-да, вот я про это. Так и что увидят-то? Пускай завидуют. Ой, стыдно будет. Штраф ебанут тебе просто за такое, и все. Не, стоп, а что, нельзя разве дома ничего делать? Нет, дым на балконе пойдет. Нет. Ну, блин. Как, этот, сейчас вот весь она... кайф обломали, вот или честно. Ну с этой же ж можно, наверное, как она, как у американцев эти... И этот гриль просто электрический поставить. Гриль. Ну да, да, электрический. А продается недорогая вот эта хрень, электрошашлычница. Ну, вполне ничего. Конечно, не как на костре, но нормально вкусно. Не, на костре не вариант, спалишь нахер все. Газовый еще вроде есть. Да и жидкий дым налей на с бутылки, набрызгай и все. Да ну, жидкий дым, он стрёмный. Можешь это... У тебя 25-го, и пончик у меня 26-го, два дня гулять будем. Слышишь? Прикольно. У вас так, а у меня 1 мая как раз, давайте я тоже там подумаю. Да я хуй его знает, как я вообще гулять-то буду. Ну как, по квартире гулять будешь? Даже пригласить никого нельзя. Слышь, ты, как зэки, блядь, в камере, вот по кругу. Не, я, наверное, на дачу уеду, там охуенно в панике попарюсь. Главное, потом с дачи верну домой. Гера, нужно спул, не? Нет, наверное. Или после отбрасывания? Лучше после отбрасывания. Нифига, как круто. А че ты не 26-го? Че за дело? Ну, блядь. Мама хорошо тужилась. Не надо на пол в меня сдавать, я не в танке. Вон череп, Тань. Слушайте, а если я в другом конце зала нахожусь и Дамгиру, она дастся всем? Да. Если очень далеко, то не... Не, ну я хрен, может у нее рейндж есть, я что-то не знаю. Да. Боб. Да я зубы взяла, наверное. Опять под потолок переводить.
Это прям идеально. Спасибо. Как обычно, всем, кому шмот не нужен, спасибо за рейд. Всем, кому нужен, сейчас разваливаем на 4 секунды. Сумка. Ага, все маунты ждут, так они все и ливнули. Нет, кто-то ливает. Перчил такие. Жезл. Гурдак. Так, ставлю на себе звездочку. Плечи. Блин, а тебе надо анрол какой-нибудь? Ты 4 только. Штаны или плечи, бля? Так ты уже плечи разролил. Да. Плечи у меня, кстати, есть. Значит, штаны тебе заангулю. У меня апнутые уже даже печенька из Гера. Ничего себе. Чем ты штаны ролил? Анрол он написал. Unroll? Стой. Да. Шаварик выиграл. Ну это пиздец. Чё выиграл? А, вас там зафлудило. Коварик выиграл. Коварик выиграл. Куда мои руки? А нету мага еще портал поставить, а то камень когда? Пойду брюлю. Так. Вот это надо кому-то? Ну и там сыкаш мод. Кто-то какой-то хотел там так присти или да. А, слушка, какой-то... глянь, а там на хила нету запястья случайно? Нужно больше я... На какого? А хила? Ты трофей паролил уже? Кольчуга. Трофей как бы я забираю. Кольчуга запястья, да? Блин, хотел... Нет, случайно. Ну я просто не знаю, я не смотрел. Угу. Давайте вот этот трофей. Ты короче, нету нихуя, да? Блин, а я ливнул уже. Кто ливнул? Ша этим компрессом сраным. Блять, ну я не знаю. Хули ты ливнул. А я думал уже все разобрался. Как, значит, вам шмот так надо. Так, прист. Вот на танка. Какой-то плащ есть. Так, прист и ткань какая-нибудь. О, плюсик получила. Вага тут, нет? О. Чё, как тебе? Чё, кого? Цифры мои, дамаг. А я только что все удалил, значит, даже не увидел. Ну, короче, без когтей, без демона. Сколько, говоришь, там было?
11 с чем-то, короче. Это у кого, у кого? Да, полуголый, да? Ну, не, я бы не сказал. Ну, с обычки целка 25 одет. Это 10. Это 10? Да, это 10. Сойдет. 11 400, да? Да. Бля, я там... Какие? Тринк, что-то паролишь, у меня какие? Выборы более обычные. Ты триньку имеешь в виду или что? Да, триньк. А я ролил ее, отдал. Он не ролил, да, уже давно. Фу ты, ёпты. Эпик, да, сейчас монетки прокручу. Соберем монетку. И на дроида мне надо. Ну, запястье какие-то с РП, одни с духом хостов. Короче, нихуя хорош. Ладно, да. Все, короче, что у меня на РСП. Всем спасибо. Всем спасибо.